Белые банты, цветы, традиционный прощальный вальс. Последний звонок прозвенел сегодня для почти 21 тысячи белгородских выпускников. Праздник прошел в 550 учебных заведениях региона. Долгожданный, но в то же время грустный день. Ученики прощаются со школой и учителями и, конечно, строят планы на будущее. Грустно покидать школу, потому что это детство. Детство все равно уходит, и ты никак не можешь вернуться. Но воспоминания остаются. Стены стали, правда, родными. Школа как второй наш дом. Поступать буду на учителя иностранных языков. Все равно вскоре вернусь в нашу школу. Надеюсь, что в нашу буду работать. Из-за действующего в области желтого уровня террористической опасности часть выпускников из приграничных районов приехала на праздник в другие школы. Так, Октябрьская школа принимала у себя ребят из Красного Хутора, Малиновки и Щетиновки. Хотелось бы в своей родной школе, но все равно прикольно, то, что вот все это, многие школы, да весело даже. Это объединяет учеников разных школ вместе, кто-то, может, начнет общаться после этого. Поздравить выпускников приехал губернатор области Вячеслав Гладков. Мы, конечно, перестраховались и перенесли все праздничные мероприятия немножко подальше от границы. Но я думаю, что эти все действия, они не испортят нам праздника. И мы все взрослые очень рады за вас, что вы выросли такими сильными, умными, красивыми. Мы убеждены, что вы легко сдадите и успешно сдадите все экзамены, и мы будем ждать вас в наших колледжах, в наших высших учебных заведениях. Сегодня у школьников праздник. А уже завтра, 26 мая, 11-классники начнут сдавать ЕГЭ по географии, химии или литературе на выбор. Последний экзамен по информатике пройдет 21 июня.